Надо сделать хорошее что-то, но кому, для чего? Это может быть только работа для себя самого. Но что для других, что для многих, что для близких друзей. А для них земляные дороги души моей. Мозги не пудрю, уже не тот завод. Меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? И то, что не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял, и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно на перекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И особист суетен, неутомимый наш. Еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на светлый приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «кли», и залп не выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите мне самбан. Расстреливать два раза уставы не велят, а врач потом все цокал языком и, удивляясь, пули удалял. А я приду и сяду пеньком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал и лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил меня влюбленный и слабый женский пол. Эй, ты ненастреленный, давай-ка руку в наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще поймать ему. Кому ему, который не стрелял? Я пил чаек из блюдца, со спиртиком врывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. Свой полк определили, воюй, сказал кумба. А что не дострелили? Так я не виноват, я тоже рад был, но присел у пня. Я был белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер застрелил меня, убив того, который не стрелял. Немецкий снайпер.